Руководствуясь статьями 297, 299, 301, 304, 307, 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приговорил Милющенко Лидию Аркадьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 159, частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Милющенко наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Высокову Марию Ивановну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Высоковой наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Посохину Яну Андреевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Посохиной наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.